с Андрюхой, в общем, на охоте. Выбрали с ним на вечерку. Сейчас был офигенный налет. Подсадная наша выманила двух сразу селезней. И так сложилось, что мы двух селезней сразу и забрали. Одного сидячего, одного в лед. Ну вот прям чуть-чуть не обесчестили нашу подсадную. Ладно, Андрюха среагировал. Я, честно, я даже не увидел, когда они пролетели. Ну, посмотрим сейчас, как это было на виде. Охота подходит к концу. Андрюх, покажи селезней, которых добыли. Руки начали подмерзать немного уже, на улице темнеет. Мало чего получится снять. Вот посмотрите, два каких красавца добыли. Один у нас получил прозвище Терминатор, в него 4 раза стреляли. А второй прям с первого выстрела. Я стрелял сегодня спортинг. 7,5-28 грамм. Сейчас буквально еще посидим 5 минут, а так, ну если что-то будет, еще снимем, а так, если что, всем пока, ни пуха, ни пера.